Всем привет! С вами Сергей Кива и распаковка Elitek. Сегодня у нас детектор D50. В этом выпуске мы посмотрим на комплектацию, эргономику и его возможности, не забыв и про технические характеристики. Приступим! Обнаружение черных, цветных металлов, деревянных элементов и проводов под напряжение. Световая и звуковая индикация. Максимальная глубина определения 50 мм. Глубина определения черных металлов 28 мм. Глубина определения немагнитных металлов 20 мм. Глубина определения проводки под напряжением 50 мм. Глубина определения деревянных элементов 19 мм. Рабочая температура от плюс 5 до плюс 40. Погрешность измерения 3 мм, вес 80 грамм. Сервисное обслуживание 24 месяца. Детектор D50 – самая младшая бытовая модель среди всех детекторов. Но несмотря на его габариты и простой функционал, он пригодится в быту. Его удобно взять с собой в гараж или на дачу, или в квартиру. Главное, что он справляется со своей задачей и всегда готов к работе. Полный функционал и как им пользоваться вы сможете посмотреть в других выпусках на нашем канале и социальных сетях. Ссылки в описании. С вами был Сергей Кива и распаковка Elitek.